Другим темам. Новгородская область получила хорошие оценки по ЕГЭ. Итоги кампании 2019 обсудили на всероссийском совещании в Москве. На федеральном уровне подвели итоги оценки качества и объективности проведения ЕГЭ. Новгородская область впервые вошла в зеленую зону, в число успешных регионов по этому показателю. В 2019 году государственная итоговая аттестация прошла без сбоев и серьезных нарушений. Мы также вошли в число регионов с отсутствием зафиксированных проблем при проведении ЕГЭ.